Навеки в наших сердцах. Уникальный проект стартует в Татарском театре оперы и балета. Совместные акты с Министерством образования и науки Татарстана посвящена 70-летию победы в Великой Отечественной войне. 7 декабря по 9 мая театр представит 7 специальных показов оперы поэмы Назиба Жиганова «Джалиль» для учеников старших классов школ. На сцене оживет великий татарский поэт-герой и его подвиг. Напомню, впервые опера «Джалиль» в Татарском оперном театре была поставлена в 1957 году, а новую современную постановку в 2011 осуществил Михаил Панджавидзе. В спектакле используются видеоинсталляции, компьютерная графика, декорации трансформера. 7 декабря главные партии исполнит солист Мариинского театра Ахмед Агади и солистка Московского театра новая опера Марина Нерабеева.